7 утра. Мы едем в Лос-Анджелес. Я пока еще без голоса. Вот по пути заехали в Starbucks. Кофе возьмем. Покажу вам, как тут заказываем из машины. Good morning. Two drinks. First drink, small, latte, whole milk, and vanilla. And that was hot? Yes. Is that sugar-free vanilla? Nope. Nope? Okay. He's changing it up on us. Вот здесь окошко, где нужно оплатить все, и вам выдадут ваш заказ. I can't trick you guys. I'll say what? I said I can't trick you guys. I know. Неплохой кофе. Неплохой. В Макдональдс мне нравится по вкусу кофе. Но здесь у нас еще и кофейни есть такие специальные. Прямо кофешоп называется. Все, мы выезжаем на трассу и поехали по фривей очень быстро. 2,5 часа ехать нам до Лос-Анджелеса. Это если без пробок, без всего, но там... Знаете, сейчас с утра будет трафик, поэтому хорошо, если мы в 3 часа уложимся до того места, куда мы едем. Дорогущих районов Лос-Анджелеса. Вот так выглядит кафе.
Но они разные, конечно, все. Я вообще не понимаю, как они делают здесь деньги. А Питер говорит, они здесь делают больше денег, чем люди работают в офисах. Здесь вот еда подается горячая. Вы можете взять салаты, всевозможные гарниры. Даже супы у них здесь есть, меню. Мы взяли только кофе, и я взяла там выпечку небольшую. Но, честно говоря, сидеть здесь настолько некомфортно. Дорогущий район Санта-Моника. И вот такие, как вы. Я там кусаю траву, поэтому звук такой. Но хочу вам просто показать. Вот агава, артишок называется. И она цветет. Так, и в высоту она получается больше 3 метров. Диаметр 1.5. А здесь вот суккулент так красиво цветет. Мы идем в направлении океана по бульвару. Это задние дворы. Ну, как-то неуютно здесь, не знаю. Много машин, сложно найти парковку. Все парковки практически платные, если вы здесь не живете. У нас пока есть время, мы решили прогуляться, потому что все равно за парковку нам пришлось заплатить. За 3 часа это минимальное время. Парковку найти в этом районе сложно. И нет таких публичных парковок, как в некоторых местах. Идем в сторону океана, здесь не очень далеко. Но неуютно как-то. Люди уже, конечно, здесь ходят. Обычно американцы вообще не ходят пешком. Но здесь вот люди ходят. Не знаю, я чем больше бываю в разных местах в Америке, тем больше мне нравится наш маленький городок, в котором мы живем, а особенно тот поселок, в котором мы живем. Тихо, спокойно, уютно, не так много людей и никаких бомжей. Много достаточно ресторанчиков, кафе, куда можно сходить. Надоедает, конечно, одно и то же, потому что часто ходим. Ну, для этого можно и выехать куда-то в другое место, вот как сейчас. И здесь я посмотрела влажность. 60% или даже чуть больше. Ветерок дует. Деревья такую тень классную сделали. Называются эти деревья Coral Tree. Фонтаны или Бердберг. И фонтаны. Мы пришли покушать в Санта-Моника Сифуд. Здесь можно заказать, покушать блюда и можно также купить с собой домой. В центре стоит такое круговое, как назвать. В центре стоит такая круговая витрина. И вообще там
разные рыбы лежат. Все-все с моря. И моллюски, и осьминоги. В общем, все, что хотите. Мы потом посмотрим обязательно, что-нибудь возьмем домой. Первое блюдо – маслс. Маслс – это мидии у нас, чесночно-сливочный соус. И хлебушек такой поджаренный, хорошо. У меня пино гричьо, белое вино. Наше основное блюдо называется чио пино. Я помню, мы такое уже ели в другом ресторане. Это всевозможные морские... Возможные морские, сифуд, морская еда, вот это, да, всякие ракушки, рыбка, кальмары. Интересно так выглядит. И все это в томатном соке, что ли, варится. Еще кремушек такой классный. Так что приятного аппетита всем.